Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решает. На экране состав команд. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав Лацио. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решают. На экране состав команд. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав Лацио. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решают. На экране состав команд. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав Лацио. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Поле, и у нас финал Лиги Европы УЕФА начался. У Лиги Европы своя история, перешедшая от бывшего Кубка УЕФА. И сегодня обе команды пишут ее новую страницу. Юнес Бельханда. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Лукас Лейва.